что это очень просто. Нужно взять покрепче в руки планету, размахнуться и отправить ежа прямо по назначению. Ежи, конечно, упрямились и не лезли ни в какие ворота, но даже они боялись потерять голову с плеч. Хотя где у них голова и где плечи, даже сами ежи не всегда могли разобраться.